to the three. Give up the money. This a way. I have in store. Всем привет, ребята, с вами снова Хик, и в этом видеоролике ты узнаешь все факты о персонаже Райдер из игры GTA San Andreas. Ну а перед этим, немножечко рекламы. Cortex Roleplay, проект, у которого много планов на будущее. Понимающие игроки, адекватная администрация, активная работа над модом и удобная навигация на сервере. Все это ты сможешь увидеть при открытии сервера. А открытие назначено на 17 августа в 12:00 по Москве. Все ссылочки на проект ты найдешь в описании этого ролика. А также во время открытия будет действовать мой промокод HIK. Введи его и получи 10 тысяч зеленых на халяву. Райдер родился в 1963 году, а умер в 1992 в возрасте 29 лет. Настоящее имя Райдера – Лэнс Уилсон. Райдер постоянно критикует CJ за его вождение и внешний вид, вне зависимости от того, насколько у игрока развиты показатели вождения и привлекательности. Райдер никогда не снимает свои очки. В бета-версии игры куртка Райдера была темно-синего цвета. После предательства Groove Street Райдер продолжает носить зеленую одежду. Райдер списан с реального рэпера Eazy-E. В бета-версии игры Райдер водил автомобиль Saddler, а не Picador. Райдер часто называет CJ Best. В переводе на современный означает как отступник или предатель. Связано это с тем, что CJ когда-то покидал Groove Street и улетал в Liberty City. Райдер пытался изнасиловать Кендалл. Внешний вид Райдера напоминает одного из членов банды Балас. Явно закупались в одном магазине. У Райдера три игровые модельки. В GTA 5 на миссии Сафари на районе можно наблюдать трио на велосипедах, которые отчаливают с улицы Грув. Отсылка к первой миссии в GTA San Andreas, скорее всего, вот это вот Райдер, это CJ, это Смоук. Райдера часто подкалывают из-за его роста, хотя на самом деле он даже выше, чем CJ. На миссии Зеленая Сабра CJ удивляется только предательством со стороны Смоука, а Райдера он как будто не замечает. Хотя CJ сфотографировал всех членов синдиката Флока, на стенде фото Райдера так и не оказалось. После окончания игры, несмотря на смерть Райдера, его автомобиль будет по-прежнему стоять возле его дома. Смерть Райдера была первой среди главных антагонистов. Райдер начал продавать наркотики с 10 лет. Райдер характером похож на персонажа Стретча из GTA 5. Райдера озвучил рэпер MC8 из музыкальной группы Compton Most Wanted. Вот такие факты получились, мой дорогой друг. Если ты узнал хоть что-то новое, обязательно поставь лайк, жми на кнопочку подписаться и бей в колокол рядом с кнопкой подписки. Тогда ты точно не пропустишь новые видосики. А с вами был Хик. Всем спасибо за просмотр. Ставьте, я уже говорил. Удачи, всем пока. Аривидерчи.